Понятно. Не работает. Понятно. Ну надо. Надо этот. Давай, может, повыше пойдем. Там же все, кстати, выходили. Понятно. Ну ясно. Да, по мне здесь лучше. Вау. Это, короче, мы зарегистрируем. Придется подождать. Я вызвал. Какой здесь работает? Здесь 12, скажи. Понятно. Модернизированный мозг. А, ты хочешь сказать, что просто кнопки новые? Значит, один модернизирован только. Да, грузовой там был, наверное, оригинальный. Ты звонишь, что ли? Угу. Кто-то звонит. Дед звонит. Понятно. Сейчас не буду пока отвечать. Ну ладно, перезвонишь тогда. Подержись пока. Держу. Пока я так и сделаю. Ты подержи, я сказал. Удержай. Я держу. Я проверяю просто. Это электронный, значит, синхрон. А, я тебя понял. Обычно релюшки, когда встаешь, дверь закрывается, для электроника все. Понятно. Вот можно и определить так. Только мне кажется, кнопки эти не загораются. Здесь не горят. Вообще нету. Угу. Понятно, значит, их подключить невозможно. Вот, даже на этот не горит. Ну, значит, понятно, здесь подключить вообще невозможно. Угу. А здесь только одна лампочка горит. Все. Угу. Только скажите, если дома сделать. Да, плохо, что грузовые работают. Угу. Ну, и, значит, по эту проверку ты прошел. Угу, да. Даже по всей Москве же после двух трагедий стали проверять. Да. Вот что случилось. Я все равно обращусь, узнаю, почему остановлен причин. По какой причине. Ух! Пошли.